Дорогие друзья, у меня в руках книга профессора Людмилы Федоровны Васильевой «Мануальная диагностика и терапия. Клиническая биомеханика и патобиомеханика». Книга рекомендована для врачей, а также для практикующих специалистов, в том числе, конечно же, и для прикладных кинезиологов. В этой книге представлены критерии биомеханики как варианта нормы и патобиомеханики, требующие мануальной коррекции. С позиции биомеханики здесь описаны оригинальные методы мануальной и инструментальной методик при конкретных патобиомеханических изменениях мышечно-скелетной системы. В книге очень много различных иллюстраций. Это облегчает усвоение материала и обучение визуальной диагностике. В этой книге вы найдете такие главы, как мануальная терапия, виды движения в пространстве, диагностика биомеханики и патобиомеханики опорно-двигательного аппарата. Кроме того, здесь есть целый перечень конкретных, очень четких техник, таких как техника использования силы мышц таза, техника использования каудодорзального смещения центра тяжести тела врача, комбинация использования техники дорзокаудального смещения центра тяжести тела врача и силы мышц его таза. В общем, очень много полезной, практической и необходимой вам информации. Книга «Мануальная диагностика и терапия. Клиническая патобиомеханика и биомеханика» профессора Васильевой эксклюзивно можно заказать в Украинской ассоциации прикладной кинезиологии. Ссылка в описании под этим видео. Счастливо!